там. С миром. Можно вопросом. Давай. А вот скажите, пожалуйста, я вот начала читать от Матфея, 10 глава. Так, сейчас. 42 стих. Мне вот не поняла что-то я вот здесь вот. Тут написано, и кто напоит одного из малых сих, только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Не поняла совсем. Ну как же не поняла? Если вы приняли пророка во имя пророка, у вас накормить даже нечем, одна вода, и тогда будет награда вам. Если вы проповедника приняли во имя проповедника, который благовествует истину Господню, и у вас ничего, он Господь берет малейшее. Тем более, если помогли человеку, но он же в пути, бывает и постираться надо, и накормить. Вот это. Получишь за это награду его. Какой его чин был? Если ты приняла сержанта, образно говоря, награду сержанта и получишь. Ты выше его не можешь быть. Ну, награда пророка, если ты приняла генерала, а награду генерала и получишь. Вот и все. Поняла. Так что самое малое дело подворачивается, скорее начинай делать, чтобы другой не перехватил. А у нас так, а почему я? Что, крайнего нашли? Это говорит человек неверующий. Верующий, совсем уже, кажется, невыносимое будет дело какое-то. Он первый туда поспешит. И в пожар кидается, спасает. Тонет кто-то, он старается вытащить. Везде, где бы он ни был, там будет герой. Как вот этот 13-кратный чемпион мира, там по водным и каким-то спортивным, а армянин. И вот шел автобус, что-то они расспорили, шофер оставил машину, и с пассажиром схватились, а автобус тронулся и упал с плотины, а там глубина до 7, что ли, метров, ну, глубоко. А он в это время на тренировке был, и он туда нырял, и нырял, и последний вытащил уже сиденье. Остальные погибли. В другой раз он попал на пожар, тоже людей спасал. Вот такие люди, они в наше время живут, а их никто не знает. Да, благодарю вас. Слава Иисусу. А вот еще тоже можно еще, тут вот, да, тоже вот глава 10, 25 стих. А, вот кто такой Виэльзевул, если хозяина дома назвали Виэльзевулом? Это у них разные божества были, божества. Отдельно бог солнца, бог плодородия, а это бог над мухами. Вот мух много было, и никак не могли избавиться, а травы не было. А вот этому богу молятся, чтобы он убрал этих мух. А теперь это соединяется с дьяволом. Это имя дьявола посквернее. А первоначальное значение было именно такое. Все. Все, благодарю. Слава Христу. Так, вопросов нет? Отхожу.